sensible. Sono belle, highest learning. E si uno no? Ne, mezzin kalıcı tanrı mı? Bu kadar çok zor.
Felsefe Komitesi'nin ofisinde arayı Thank you.
Adnan. Adnan. Thank you.
Thank you.
Вообще, о чем мы с ним разговариваем? Нет, это не так. Если ты не знаешь, что это такое, то не знаешь. Это не чего вы достигли вашими провокациями, и Инка начала заведеться. Thank you.
Աթորը քաշենք ձեռը որ դրես որ ձեր դնի։ Thank you.
Уважаемые
коллеги, спасибо, что приняли наше приглашение. Сегодня у нас в гостях блогер Александр Лапшин. Здравствуйте, господин Лапшин. Спасибо, что вы здесь. Начнем нашу пресс-конференцию. Первый вопрос про ваш визит в Армению. Скажите, пожалуйста, если я не ошибаюсь, вы уже посещаете Армению в четвертый раз. С чем приехали в этот раз? Какие у вас планы? Если можно, там включите. У меня абсолютно туристический визит. Я хочу взять в прокат машину, поездить по стране, увидеть то, что я еще не видел. И второе, я подал запрос возле города Мигри. Вот. С абсолютно туристические планы. Вы побывали более... Выглядит очень достойно и интересно. С чем? И природа, и архитектура, и очень интересный. В Страсбурге уже начались коммуникации с азербайджанской стороной, то есть Европейский суд принял к рассмотрению мое заявление. Это очень важный этап, потому что Азербайджан предпринимал различные и политические, и коррупционные усилия, чтобы не допустить это, потому что то есть, сильно по ним ударит, когда суд вынесет решение о попытке убийства. Тем не менее, суд это все принял. Я считаю, что не в последнюю очередь, потому что они очень сильно подпортили себе имидж и скандалом с Роландраматом, и с подкупом европейских депутатов. И в этом плане очень удачно моя история вот подошла. То есть они сейчас ослаблены. То есть им переслали все документы, им дано 3 месяца на подачу возражений, и мы сейчас находимся на этом этапе. В последнее время в Азербайджане наблюдается обострение риторики, связанной с вашей личностью. С чем это связано? Я думаю, изначально вся история со мной была придумана исключительно для внутреннего потребления, причем для наиболее неграмотной части азербайджанского населения. Им нужен образ врага, чтобы отвлечь внимание проблем. То есть они придумали Лапшина, если бы Лапшина не было, его накрашенный какой плохой, тем самым подняв меня на уровень, возможно, даже самого Гейдара Алиева. То есть в их истории было, видимо, не так много важных событий, то есть это Карабахская война, плюс это огромное количество новых друзей, новых коллег, новых встреч, новых возможностей врачиваться, кто у меня за спиной, когда я нахожусь где-либо, кроме, например, Армении. Это неприятный момент. И, ну вот, собственно, так. А как отреагировали ваши коллеги-блогеры на эту ситуацию? За публикации, которые каким-то образом меня очерняли. И узнала это от тех блогеров, которым обещали заплатить или не заплатили. И они остались на них обижены. Большинство, естественно, поддерживали, они понимали, что я не политический игрок, я даже не журналист, а просто блогер. И они понимали, что если Азербайджану дадут возможность не только преследовать собственную оппозицию, собственных блогеров, но еще и замахиваться на иностранцев, то от этого могут пострадать очень многие, например, россияне, посещающие Крым или Абхазию. И большинство были за меня, и они по-прежнему за меня, и оказывают большую поддержку, которая просто не всегда видна, она скрыта. То есть они выводят на нужных людей, они в нужный момент организуют информационную поддержку, ну и так далее. Спасибо огромное. Сейчас дадим очередь журналистов. Прошу вопросы журналистам, пожалуйста. Ну, находиться буду до конца февраля, а посетить, наверное, настолько много, что даже трудно цифру назвать. Я не думаю, что опасно ехать в Карабах. Я просто считаю, что сейчас мне это не нужно делать из-за внутриполитической ситуации в Азербайджане. Потому что это даст возможность руководству Азербайджана вновь отвлечь народ от реальных проблем. То есть мы знаем, что сейчас происходит выступление в защиту блогера Мехмана Гусейнова.
Мне эта ситуация очень хорошо знакома. Я прекрасно знаю его родного брата Эмина, который живет в Швейцарии и борется за его освобождение. И я считаю, что не надо давать возможность Азербайджану как-то с этой темы сойти. Надо их додавить, чтобы Мехман был свободен. Ну, мысль такая есть, но пока есть только название «Бакинский экспресс». Это был фильм «Полуночный экспресс» про американца, попавшего в турецкую тюрьму. Я, кстати, постоянно вспоминал этот фильм, когда находился в Баку. И язык похож, и атмосфера та же самая, и отношение точно такое же. Միանգամից հասկացանք եւ բլոգերական սոլիդարությունից եւ նաեւ հասկացանք ինչ է սպասում իրեն Ադրբեջանում ամենակարևորը շատ արագ եւ շատ ճիշտ ուղղությունները վաղմուկ բարձրացնել եւ կարող եմ ասել որ որոշակիորեն կարողացանք դա անել եւ Հայաստանի մամուլը եւ բլոգերական շրջանակները թարապես բոլորը մեծ աղմուկ բարձրացրեցին ինչը թույլ տվեց, որ Ադրբեջանի պլանները շատ արագ Ալեքսանդրին Բելարուսից արտանձնել Ադրբեջան եւ այդտեղ արդեն ինքնադատաստան տեսնել իր հետ, դա խափանվեց, պաստորին բավականին երկար ժամանակ դատական պրոցես էր հենց Մինսկում, մինչև արտահանձնումը, հետո արդեն նույն Ալիևը Լուկաշենկոն արդեն համարյա հիստերիայի հասան, հա, եւ շատ արագ Ալիևը պահանջեց, որ իրեն արտանձնեն Բաքու, բայց էլ եմ ասում, քանի որ բավականին մեծ աղմուկ էր եւ բավականին շատ իրավապաշտպան կազմակերպություններ միջազգային արդեն խառնվեցին այս գործում, ի վերջո այլ երկ չմնաց, քան սկզբից փորձել սպանել Ալեքսանդրին Բանտում, իսկ հետո որ դա էլ չհաջողվեց, հա, արդեն շատ արագ իրեն Ադրբեջանից այսպես ասած չարկերտավոր ներում շնորելով արտանձնեցին Իսրայելին, բայց էլ եմ ասում, եթե չլիներ այդ աղմուկը, որը հիմնականում գնաց ցանցերից եւ որը արդեն գնաց մամուլ եւ որոշակի իրապաշտպան կազմակերպությունների, շատ հավանական է, որ ինքը այստեղ նստած չէր լինի։ Իսկ բլոգերների մոտ մտավախություն եղավ Արցախ այցելելու, չայցելելու։ Ես կարող եմ ասել, որ անմիջապես կալանավորումից հետո միտք ծագեց, որ կարելի է կազմակերպել բլոգերների այց Արցախ, հա, եւ մոտավորապես 2-3 ամիս հետո բավականին մեծ խումբ բավականին ճանաչված բլոգերների տասնյակ երկրներից, հա, այցելեցին Արցախ եւ դա պարբերաբար բնույթ ունեցան այդ այցերը, նույնիսկ երբ որ արդեն Ալեքսանդրը ազատվեց բանտից, ավելի շատ շարունակում են այստեղ Ադրբեջան ուղղակի ուզում էր քարոշական շատ հետաքրքիր հնար կաներ, կալանավորելով Ալեքսանդրին, ցույց տալ, որ բոլոր նրանք, ովքեր այցելելու են Արցախ կրկին կկալանավորում են, իրենց նույն ճակատագիրն է սպասում, բայց մարդիկ չվախեցան, որովհետև խոսքի ազատությունը եւ ազատ տեղաշարժվելու իրավունքը ամենակարևորն է, շատերի եւ մեդիա մարդիկ իրենք այցելում են Արցախ եւ վախ չկա, ինչքան էլ իրենք փորձեն հողորտել։ Շնորհակալ եմ շատ, այլ հարցեր կան։ По поводу последних в Азербайджане, что вы можете сказать? Я думаю, Азербайджан уже устал от власти Алиевых Пашаевых. Это, опять же, никак не связано с Арменией. Просто при колоссальных доходах от нефти страна живет по уровню жизни гораздо хуже, чем, например, Армения. И не стоит недооценивать азербайджанский народ, который, хотя и живет в диктатуре, но там очень много интеллигентных, разумных людей, которые хотят жить в свободной стране. И они видят, что произошло в Армении в апреле прошлого года. И я думаю, они хотят, чтобы это произошло у них тоже. И поэтому создается некая такая парадоксальная ситуация –
что с одной стороны, я думаю, в течение ближайших лет там что-то произойдет, но будет ли это в интересах Армении, большой вопрос. Потому что каким бы ни был Алиев, он предсказуем и не опасен для Армении. Он может быть опасен для меня, но он не опасен для Армении, и он удобен России. Те люди, которые придут на его смену, то есть это конкурирующие кланы или даже демократическая оппозиция, они будут действовать больше в интересах народа, чем в интересах клана. И непонятно, как это повернется. Вы как человек, который были в Азербайджане, знаете общество изнутри. Сейчас в последнее время очень много говорится о необходимости подготовки армянского и азербайджанского общества к миру. Как вы считаете, азербайджанское общество, оно готово к миру? Я считаю, что азербайджанское общество готово к миру, но к миру не готово руководство Азербайджана. Потому что мир с Арменией приведет к падению режима Алиева. И они это прекрасно понимают, и они будут затягивать конфликт в холодном состоянии, насколько это возможно. Им это не нужно. Им нужен не мир с Арменией, а образ врага и удержание власти любой ценой. Есть еще вопрос? Нет, хочу что-нибудь добавить. В принципе, все. Если можно, я добавлю, да, на ваш вопрос отвечаю. В Армении у некоторых людей очень неправильное мнение, что при приходе оппозиции Азербайджана к власти вопрос Карабаха может решиться в пользу Армении. Люди, более-менее знакомые с оппозиционерами их прошлым, должны хорошо понимать, что среди оппозиционеров намного больше арменофобов, страшных арменофобов, чем те, которые сейчас находятся при власти. Как пример, я могу привести пример известного борца за демократию Хадиджу Исмаилову. Больше арменофобки, наверное, не сыскать. Та же знаменитая Лейла Юнус, она была полковником во времена Эльчибея и отвечала за информационную пропаганду, раздавала арменофобские листовки в Карабахе среди местного азербайджанского населения. Поэтому это такой вопрос, что нужно очень тщательно подходить ко всему тому, что... Как комарику пустят, да? Да. Все, да? Все, все, что? Ну, все, идем, да? Нараковцы.